старанно рыхтуется наставница 10-й гомельской школы Людмила Владимировна Пашкевич, каб кожны яе урок развіваў вучняў фантазію, прывучаў да творчасці. На адным з такіх урокаў мы з вамі прысутнічаем. А сейчас мы самі будзем учыцца составляць задачы. Пасмотрите на картинку і составьте па ней задачу. Так, чтобы она решалась умножением. Серьезно думаете, ребята, что в такой задаче надо рассказать? Какой вопрос поставить? Кто уже придумал задачу? На провода уселась по 4 ласточки. На провода уселась по 4 ласточки. Сколько всего сидела ласточка? Где? На провода. На скольки? На трех проводах. Как эту задачу решить? Все думают? Музыченко, Оля. 4 ласточки взять 3 раза, получится 12 ласточек. Правильно, хорошо, садись. А теперь эту задачу продолжим, так, чтобы она решалась в 2 действия. К ним прилетели еще 3 ласточки. Что в этой задаче можно узнать? Лора Балашенко, пожалуйста. 12 ласточкам прибавить 3 ласточки, получится 15 ласточек. Правильно. Садись, Лора. Ребята, минуточку внимания. Вы слышали, как хорошо сегодня отвечала Лора Балашенко? Она именинница. Ей исполняется 8 лет. Поздравим нашу Лору с днем рождения. Дорогая Лора, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю крепкого-крепкого здоровья. Учись так, как учился Ленин. Спасибо.